Спешите делать добро. С наступлением нового учебного года в Центре коррекционно-развивающего обучения и развития ВЕДА стало еще комфортнее и уютнее. Все благодаря тем, кому не безразлична судьба детей, на долю которых выпали совсем не детские испытания. Накануне они принимали гостей из Международного благотворительного общественного объединения «София». Эти люди оказали учреждению специального образования значительную гуманитарную помощь. Новые шкафчики, кровати и, конечно же, самое необходимое – несколько современных и качественных тренажеров. А это горка для ходьбы, мини-степпер, воздушный ходок и беговая дорожка. На протяжении этого года будет организовано около 20 проектов, которые будут реализовываться в больших городах Беларуси. В планах осуществить интересный проект для детей с аутизмом, который пройдет в Минске и Гродно. Наши родители учили нас, что важно и нужно помогать людям, особенно тем, кто в этом нуждается немного больше, нежели остальные. По такому принципу мы растим и наших детей. Физические упражнения, развивающие игры и занятия. На протяжении 5 дней в неделю ребята работают над собой. Программа разработана таким образом, чтобы помочь им скорее адаптироваться. Ведь то, что для обычных людей прописная истина, то для этих ребят целая наука, которую приходится постигать каждый день. Всего в Центре коррекционно-развивающего обучения и развития ВЕДА насчитывается порядка 70 человек с особенностями психофизического развития. Особые дети, они предполагают, что с ними будут работать особые педагоги. Это учителя-дефектологи, это педагоги-психологи, музыкальный руководитель. Есть у нас медицинский персонал, который сопровождает детей. Это медсестра по массажу, это медсестра, которая обеспечивает питание наших деток, врач, врач-педиатр. Поэтому медики нам, конечно, помогают в обучении этих детей. Программа обучения специальная тоже. Это программа Центра коррекционно-развивающего обучения. Вот, на протяжении 9 лет дети обучаются по этой программе. Конечно, здесь специфика есть и предметов. Больше программа направлена на социализацию детей, на основам жизнедеятельности, чтобы они максимально были независимы от взрослого человека. Детям в центре нравится. Это значит, что родители могут быть спокойными. Ребята под надежной защитой добрых, опытных, высококвалифицированных педагогов.